Кисловодске на базе Национального парка Кисловодский в питьевом зале Нарзанной галереи прошло открытие выставки известного фотографа Ольги Бабенко, посвященной карачаевской породе лошадей. Помимо этого, для посетителей выставки был организован просмотр двух документальных фильмов о карачаевской лошади. На мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Работа талантливой фотохудожницы из Ставрополя Ольги Бабенко уже не в первый раз выставляется в Нарзанной галерее Национального парка Кисловодский. Она невероятно тонко в художественной гармонии смогла передать в своих фотографиях красоту, силу и стойкость карачаевской лошади. Гости выставки отмечают, что автору удалось показать энергию и грациозность карачаевской породы лошадей. Я знакома с этими работами и влюблена в автора, и в эти потрясающие. У меня была уникальная возможность представить всему миру эти работы. Буквально в ноябре мы представляли на большом фестивале в Мексике, где присутствовали 21 страна, и была трансляция, где самым наилучшим образом была представлена фотография карачаевской породы лошадей. Я спрашивала у посетителей, как вам, какое мнение, какие работы нравятся. Все подходили и восхищались. Мы стараемся в нашей Нарзанной галерее раскрыть богатую культуру и быт народов Северного Кавказа. И очень приятно, когда наши посетители не просто пробуют нарзаны из источников, но и интересуются искусством, отмечают работники Нарзанной галереи Национального парка Кисловодский. Наша выставка, она комплексная. Это не только эстетика такой замечательной породы карачаевской лошади. Это, конечно, еще очень важный рассказ о происхождении породы, о происхождении верховой езды, о происхождении коневодства, об истории его непростого развития. Поэтому выставка у нас, на мой взгляд, получилась очень интересной, насыщенной. И мы приглашаем всех посетителей к нам в Национальный парк Кисловодский. Помимо этого, для посетителей выставки был организован показ документальных фильмов о карачаевской породе лошадей. Куратор выставки и ученый-зоотехник Шарафутдин Узденов подчеркнул, что такие мероприятия дают возможность лицезреть мастерство фотохудожника и ее умение так ярко передать образ этих удивительных созданий. Здесь еще вот это, почему я эту площадку выбрал, потому что город, где Кисловодский, примерно столько отдыхает, сколько отдыхает во всех остальных курортах Кавказских минеральных вод. И высокая проходимость. Здесь Нарзанной галереи. Спасибо Национальному парку, курорту Кисловодск. Они предоставляют такой некоммерческие возможности. И мы выставляемся уже второй раз. Каждый желающий может посмотреть выставку в Нарзанной галерее в течение месяца. Алихан Лепшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Кисловодск.